Видео о том, как я снимаю вариатор снегохода «Рысь». Вот. Есть у меня вот такой распыл с ямзовского двигателя. Когда-то был новый, но очень пригодился мне. Заходит в отверстие, где болт, которым притягиваем вариатор. Вот. Размер. Болта у нас сейчас померяем. Так, размер у нас получается 12. Да, на 12. Ну, соответственно, это восьмерка. Вот. Нет, 9. На 9. Ну ладно, не суть. Дальше. Съемник шаровых опор. Не помню, то ли классика, то ли вазик. Вот, но очень замечательно. Шаг резьбы 1.25. Очень замечательно заходит в вариатор. Вот. Тоже диаметр его сейчас замерим, скажу. Диаметр у нас получается 19. В общем, на 18, скажем так. Да, 19. Вот. Очень удобно. Далее 4 шарика из шруза вазовского. Вот тоже остались от старых шрузов. Диаметр шарика. Сейчас покажу. На 16. Да, даже не 16, а 16,8. Да, 16,8 диаметр шарика. Ну, в общем, не суть, это маленький, самый маленький шарик из этого шруза вазовского. Вот их 4 штуки мне достаточно, так как форсунка упирается плоскостью, то есть резьбу не портим. Далее получается шарик встает как раз в отверстие. Вот. Ну и, соответственно, на этой гайке тоже, ой, на этом болту тоже отверстие, небольшое углубление, шарик встает очень удобно. Вот. Если я не стал рисковать вдавливать шарик сюда, вот, ну, чтобы резьбу не испортить, хотя она тут далеко можно. Нет, большого диаметра тоже шарики не подойдут, потому что они не проходят в отверстие в вариаторе. Вот. Ну, в общем, получается, что у меня 4 шарика и форсунка. Вот. Ну вот сегодня я снимал, пришлось греть горелкой немножко, потому что никак, зараза, не хотел сваливаться. Вот. В принципе, и все. Далее по установке. Этот стартера электрического. Вот, иначе дело в следующем. Здесь его не было, но отверстия все были. Вот, пришлось мне немного тут колхозить. Вот, это с рыси 500-ки, там двигатель стоит немножко по-другому. Вот место побольше на 500-ке. Вот. Переварил, поднял на сантиметр крепление стартера. Вот. Здесь пришлось добавить ухо, так как стартера сейчас нет, не могу показать, так как он упирался в раму. Вот. То есть здесь пришлось переделать, повернуть его. Вот. Просверлить еще одно отверстие. Все чудесно работает. В общем, пользуюсь уже 2 года этим делом. Вот. Здесь тоже пришлось немножко удлинить, чтобы это отверстие
проточил напильником здесь, чтобы была возможность регулировать вылет. Это, в принципе, все переделки. Далее проставки 3 сантиметра. Вот. Ну вот мне, лично мне 3 сантиметра как раз на 440 рыси со старой лодкой, со старым капотом хватило в аккурат. То есть свечи не достают там до каркаса. Вот. В принципе, я доволен, что так сделал. Поставил катушку атаки. Тоже тут приколхозил. Сильно не заморачивался, все на скорую руку делалось. Вот. Так, зажигание. Зажигание у меня стоит московское. Менял маховик, менял само зажигание. Вот. Так. Вопрос еще тут возникает. У меня, видите, как расположено отверстие крепления этого Магнино. Вот. На более поздних версиях двигателя почему-то повернуто на 90 градусов отверстие. Получается, что они находятся вот в этих местах. Вот. И многие сталкиваются с проблемой, что нет искры. Когда меняешь старый маховик, этот, у меня был родной, УМПовский, уфимский. Вот. И пришлось относительно шпонки верхней мертвой точки все смещено на 90 градусов. То есть на одном пробовал, пересверливал отверстие. Отверстие пересверливал. То есть здесь вот эти отверстия делаем тоже на 90 градусов. Вот. Все работало, но меня не устраивало то, что маленький диапазон регулировок. То есть получалось до упора против часовой стрелки. Я не мог много провернуть, потому что упиралось в катушку. Отверстие не мог дальше просверлить. Вот. Соответственно, не затянуть ничего. Проблема решилась очень просто. Вот. Здесь вот зеленый провод, который выходил. Вот этот вот зеленый провод. Вот. Меняется местами. То есть я его отрезал, повесил его на массу. Черный провод, который был на массе, я на него повесил зеленый. Все, проблема поворота на 90 градусов решилась сразу. То есть выставил все по старым меткам. Снегоход запустился с первого раза. Ну вот, в принципе, и все. Всем до свидания.